Глава Чувашии Олег Николаев взял под контроль выплату задолженности по заработной плате. Ситуация на крупных предприятиях, где работодатель вследствие пандемии до сих пор не доплатил или вовсе не выплатил заработную плату, обсудили на заседании межведомственной комиссии. Меры ответственности должны быть соразмерны нарушениям, заявил Олег Николаев. В поле зрения попали производственная инжиниринговая компания «Элби», которая задолжала зарплату своим работникам с марта этого года, и предприятие «Чувашский бройлер», где продолжается распродажа имущества. Кроме того, обсудили сложные ситуации, связанные с пренебрежением правилами охраны труда и гибелью людей на производстве, особенно когда с работником не оформлены трудовые отношения. В этом случае семьи погибших остаются без господдержки. Вообще, борьба с неформальной занятостью требует более последовательного подхода. Олег Николаев считает, необходимо установить дополнительные требования к участникам конкурсов и аукционов, с тем, чтобы они подтверждали необходимые компетенции и наличие трудовых ресурсов.